Добрый день, мои уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня я получила очередную посылочку от американского монетного двора. И это четвертая и последняя в 2019 году монета, которая посвящена американским инновациям. И именно посвящена штату Джорджия. Сейчас мы ее освободим от этого. Вот так. Американский Минт, 2019 год, Джорджия. Здесь роспись самого директора американского монетного двора. Вот так вот выглядит коробочка. И здесь сертификат, где указываются все данные о этой монете. И здесь мы видим персик. Почему персик? В начале 1730 года, после основания колонии Джорджии, Джеймс Оглторп основал то, что считается первым сельскохозяйственным коммерческим садом в Америке. Еще этот сад называют садом попечителей. Джеймс импортировал растения со всего мира, чтобы определить лучшие культуры для климата Джорджии. Попечители изначально полагали, что климат является субтропическим, и ботаники пытались выращивать лен, коноплю, индиго, оливки, каперсы и апельсины и другие. Однако из-за колебаний температуры многие из них потерпели неудачу. Но сад добился двух заметных успехов. Это хлопчатник и, конечно, персиковое дерево. И поэтому на монете Джорджия изображены именно ростки растений, которые были посажены в этом саду. Здесь немножечко идет биография Джеймса. Вот как они вручную сажали семена. И сама монета. На монете написано «Джорджия» и «Сад Трастов». United States of America. Монета, конечно, очень интересная, как и все остальные, как и сама упаковочка. Да, интересная монетка. Сейчас мы посмотрим аверс монеты. Ну, аверс монеты, он везде одинаковый, и на котором изображена статуя свободы. Упаковка, монета, все замечательно. Итак, всего в этой серии мы уже имеем 5 монет. Это Нью-Джерси, мой любимый штат, в котором я проживаю. Это Пенсильвания, граничит с Нью-Джерси, куда я очень люблю ездить. Там много интересного. И это штат Делавэр. И, конечно, первая монета. Если вы ее все помните, это первая монета, которая посвящена первому американскому патенту. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Если вам интересно, ставьте лайки, пишите комменты. Всего вам хорошего!